Вот смотри, люди никогда не читали, допустим, там, глубоко Достоевского, там, в школе проходили, да, что называется? Вот они смотрят картину «Трансформер». Посмотрели картину, посмотрели, ух, ах, у, там 3D, IMAX, все, вышли, попили, все, и забыли. Теперь представь себе, что я сниму картину «Трансформер». Мне простят это те же люди? Никогда. Даже не понимая, почему, он подсознательно не пройдет. Да ладно, чего это тоже. Это вот ощущение того, что, ну, понятно, ну, что там от них хотят. Ну, там, там крепкий орешек 5. Ну, чихбал. О, все, посмотрели. Вышли, махнули пивка. А в это заложено в той самой генетической памяти. Это генетический код. Он другой. Я сейчас не хочу, так сказать, объяснять, какой он. Но, как я сказать, есть вещи, которые заложены, даже не связаны ни с образованием, ни с культурным каким-то образом жизни, ни с генами какими-то высококультурными, так сказать, и так далее. Вот культура солдата, да, вот гениальная меня потрясшая история, как солдат возвращается, не возвращается на побывку, приезжает домой в Вологду, зима. По ранению, в деревню Ирхина, я там собирался снимать. Это реальная история. Поезд, грузовик, ночь, подвода, и там сани, розвальни. Говорит, все, давай, говорит, дальше надо, иди сам. 7 километров пешком, это деревня, темно, февраль, минус 32, деревня спит 3 утра. Он приходит к своему дому, стучит в окошко. Жена Настя, двое детей спят, просыпается. Кто-то стучит в окошко. Отдышала пятачок и смотрит. А там Толик стоит, муж ее. И она решила, что это сон. И он до утра стоял, не будя ее. Ну вот что это? Говорит, про финского лыжника, который возвращается солдат, что сначала переспал с женой, потом снял лыжи. Понимаешь? Это вот, это уровень. Это что такое? Культура. Что это такое? Это можно объяснить количеством уроков литературы и истории в среднем образовании. Нет. Это вот то самое, что нельзя потрогать руками. И за что нас не могут любить, потому что это глупо, это нерационально, как идиоту стоят на морозе, и так у тебя всего 10 суток, вместо того, чтобы войти домой, выпить чаю, детей обнять, жену, как сделал бы любой нормальный среднеевропейский человек. А он продолжает это чудо, он его почувствовал в ней, она верит в эти... Это сон.